статье Грегерса Андерсона под названием «Кинематографический антропоцен и будущая политика уничтожения» рассматриваются два фильма. «Элизиум» Нила Блумкампа 2013 года и «Что случилось в понедельник» Томми Веркова 2017 года. Эти ленты свидетельствуют о парадигмальном сдвиге в отношениях между биополитикой и танатополитикой. То есть политикой, которая определяет не только биологические факторы для общества, но и саму возможность жизни групп людей. Согласно Мишелю Фуко, а позднее Джорджо Агамбену и Роберто Эспозито, именно ассоциация человека с биологической опасностью приводит к тому, что биополитика мутирует в танатополитику. Между тем, в этих двух фильмах человек трактуется как экологическая опасность, которая пробуждает танатополитику. В фильмах изображается будущее, в котором правящие режимы действуют в ответ на экологические угрозы, жестоко манипулируя и убивая собственное население. Таким образом, идея устойчивости как равновесия никогда не предназначена для всех, но всегда должна исключать группы людей, либо обрекая их на смерть, либо подвергая их преследованию и уничтожению.